мне. Записываем два уравнения Менделеева Клаперона. До расширения Т1, после расширения Т2. И берем их разность. Разность объемов равна H умножить на ds. H – это высота, на которой поднялся поршень. И подставляем сюда давление. Давление состоит из атмосферного, которое считается 10 в пятой, плюс масса поршня на G, на S –